Тем временем предприниматели из Маркса заявили, что намерены провести пикеты у здания Государственной Думы и на Красной площади возле Кремля. Во время акции протеста они хотят заявить о своем несогласии с переизбранием главы Марксовского района Олега Тополя. По словам одного из представителей бизнеса, местная администрация должна крупную сумму предпринимателям, поставлявшим в школы и детские сады района продукты питания. Долг с 2013 года составляет около 5 миллионов рублей. Несмотря на целый ряд судебных решений, деньги бизнесменам так до сих пор и не выплачены. Активные представители предпринимательства уже записали видеообращение к главе региона и намерены продолжить противостояние с местной властью.